Привет, друзья. Это истинный следователь. Хочу поговорить о елках, которые спиливают. Молодые елки стоят они, по-моему, что-то 400-500 рублей. Я считаю, их не стоит вообще спиливать, их спиливают наверняка незаконно. Если бумажки есть, то поддельные. Потом они осыпаются быстро. Была какая-то у меня елочка или ветка, она осыпалась через пару дней, потом выкидывают на помойку. Не стоит. Это все, что елка росла, так она сколько лет, 5 или 10 растет до такого размера, высота метра, я 2-3. Вот. Зачем вот это делают? Ясно, вот что будет в следующем году, все будут говорить в новом году. Но пока вы старые вещи делаете, несуразные, то все плохо будет. Так что, кто вот покупает и продает эти елки, желаю им всего самого плохого в 2017 году. Ну а прогрессивным людям всего самого хорошего. Я не покупаю эти елки. Ну, почему объяснил? Потому что нет смысла уничтожать. Елка растет 10 лет, а потом за 3 дня тебе надо там водочки попить. Ну, то есть не мне, а вот такому-то быдлу самому путинскому отребью, ватным шлюхам. А, так что проклятие вам. А, там еще машина стоит сзади, а здесь тротуар нельзя стоять. То есть она еще правила нарушает. Ну, вы здесь не замечаете. Никаких МВДшников, полицейских нет, да, потому что они всегда в доле. Вот если с плакатом выйдете Путина долой, тогда пиздюлей получится. Всем пока.